Право на отпуск гарантировано Конституцией Республики Беларусь. Основные положения, какой должен быть отпуск, порядок его предоставления, может ли он делиться на части, можно ли от него отказаться, регламентированы Трудовым кодексом Республики Беларусь. Отпуск – это право работника при заключении трудового договора. Лица, которые работают по гражданско-правовому договору, право на отпуск не имеют. Отпуск можно делить на части, но вот эта часть, основная часть, должна быть не менее 14 дней. Что важно, продолжительность основного отпуска равная 24 календарным дням обязательно для всех нанимателей. Иными словами, наниматель не вправе самостоятельно уменьшить продолжительность основного отпуска тому или иному работнику ни при каких обстоятельствах.